Всем привет! Это наша любимая игра «Родина». У нас было обновление вчера. Ну что ж, что у нас добавилось? У нас добавилось два рецепта с креветками. Вы знаете, я поначалу бегала и искала везде, где же мне креветки оказываются. Теперь мы можем делать не только сети, но и сачок для креветок. Между прочим, я поставила ловить креветки. Ловились они 12 часов. Это немало, конечно. Это меня очень смутило, что креветок надо будет ждать очень долго. Рецепты. Ну что ж, вот у меня рецепт «Цезарь с креветками». И второй рецепт у нас с креветками – это жареные креветки. «Цезарь» я пока, наверное, делать не буду. А пожаренные – ой-ой-ой. Можно, в принципе, и поставить. Ладно, сейчас освобожу, поставлю. В общем, креветки у нас ловятся 12 часов. Носочек, так что надо уже улучшать здесь, чтобы делать запас. И два рецепта по приготовлению. Раз рецепт и два рецепта. Кстати, можете меня поздравить с 80 уровнем. Теперь у меня 110 грядок. У меня добавился еще рецептик. Я, в принципе, не помню где, но добавился. Помню, что добавился. Подождите, а где же у меня рецептик-то добавился? Не, не здесь. А вот, наверное, тут Цезарь у меня добавился. Ну, а так, в принципе, это все, что я хотела рассказать в этом видео. Про наши креветочки. А теперь у меня появится еще 85 на следующем уровне еще один рецепт. А пока мы готовим, пробуем. Всем пока!